Всем добрый вечер. Я, как всегда, вышла пройти свои 10 тысяч шагов. Вечерочком, вечерком, перед сном. Сегодня у меня 2 недели и 1 день моей диеты. Вроде бы только недавно села, был первый день, и уже прошло 2 недели. Держусь, не срываюсь, хожу. Пью много воды, стараюсь. Придерживаюсь своего интервального питания. 10 утра, 14.00, 18.00. Соответственно, после 6 уже ничего не ем. Поэтому, надеюсь, результат какой-то, но будет. Где-то часик я хожу. И еще стараюсь сделать упражнения. Немножко с утра и немного перед сном. Вообще, тут в интернете увидела тоже советы, что можно добавить перед каждым приемом пищи приседать 10 раз. Перед сном контрастный душ обязательно горячий, потом холодный и в конце холодный. Вроде как способствует тоже похудению, кто сидит на диете, такие вот вещи. Стараюсь приседать. Вот. Хотя зарядка, конечно, это тоже не совсем для меня, но стараюсь. Так что держусь, через месяц взвешусь. Ну, как через месяц? Всего через месяц. Осталось 2 недели, и я буду взвешиваться. Посмотрю, какой у меня вес. Надеюсь, уменьшился. Насколько, не знаю, но очень надеюсь, что станет поменьше. Я взяла с собой своего пёсика. Нике, скажи всем привет. Он сегодня со мной. Иногда беру, иногда дома оставляю. Вот. Бывает пораньше просто с ним погуляю, потом одна иду. А бывает вместе ходим. Поэтому сижу на диете, продолжаю сидеть и надеюсь на хороший результат. Да, Никусь, к Новому году? Скажи, похудеем, да? Пойдем. С тобой, конечно, гулять так. Ты еле-еле ходишь, а мне надо побыстрее ходить. Ну все, всем пока.